Йоу-йоу-йоу, Дени ДТВ. Чё, как сами? Погодка радует, да, пацаны? Чё, как вам перспектива дождя на целый месяц, на целый май? Это вообще меня не прикалывает. Такое не должно быть. Не особо что-то хочется, блин, чтобы в мае было так холодно. Вообще не прикольно. Я целую зиму не этого ждал. А ещё хочется майской жары, так, чтобы уже в шортах можно в майке походить. Чтобы зелено было. И так зелено, как бы. Сирень цветет, сирень вообще красавица. Так-то нормально, но вот дожди, вот каждый день дожди. Постоянно ты в куртке ходишь, это вообще не прикольно. Так что, если вы хотите праздника, у меня есть одна идея. Короче, у меня есть друзья, они, короче, занимаются там организацией праздников. Ну и вот всякой такой вот веселой темы, короче. Я вот ссылочку либо вот сюда поставлю, либо ссылка будет в описании на их группу ВКонтакте, там, если что, понадобится, конечно, заходите, смотрите. А так праздника хочется всегда, блин. Что зима, что лето, что весна, так что, блин, уже хочется, чтобы жара была. С одной стороны, конечно, прикольно, когда холодно так, народу поменьше, но с другой вообще не прикольно ходить, во-первых. Станет что-то холодно и все дела. Так вот по центру ходишь, в принципе, народу не... Ну, я, в принципе, хожу по таким улочкам, где особо народу мало. Ну, вообще, я, в принципе, советую уходить со стандартных туристических маршрутов и как-то переходить на рядом стоящую улицу. Там намного интереснее, пацаны. Йоу.